Конечно, я бы хотел иметь розовый Кадиллак, как у Элвиса Пресли. И я думаю, что, наверное, я могу себе это позволить еще из прошлой жизни. Но я думаю, конечно, это будет чересчур эпатажно, если мэр города будет ездить на розовом Кадиллаке. У меня действительно есть хорошие автомобили, которые я собирал достаточно долго, когда был бизнесменом. Хотелось бы прокатиться, но не стоит эпатировать людей, тем более сейчас не самые лучшие времена. Поэтому пусть постоят до лучших времен. Ну и, наверное, когда-то возглавлю колонну ретро-автомобилей. Сегодня поступают такие предложения, говорят, давайте завтра прокатимся по городу. Ну, я... Надо стать ретро-мэром. Да, ну я только хотел сказать, да, я уже сам как бы винтажный где-то, мэр. Да, уже где-то подхожу к тому возрасту, когда стану винтажным мэром.